Ничто не стоит на месте. Все меняется. Таков закон жизни. И те, кто смотрят только в прошлое или только на настоящее, бесспорно пропустят будущее. Я сказал, бесспорно пропустят будущее. Я не расслышал! Премьер-министр Кастро, ракетный кризис стал последней соломинкой. Мы чуть сами себя не уничтожили. Сегодня мы пригласили вас сюда. Из лучших побуждений. Из лучших побуждений, чтобы найти решение проблемы. А он что здесь делает? Он же проиграл! Как я всегда говорил, прощайте врагов ваших, но помните их имена. Итак, господа, сдается мне, за всю многовековую историю человечества... Похоже, кто-то вломился внутрь! Просто ветер, Дик. Садись. Бог ты мой! Господин президент, похоже, в Пентагон проникли враги. Зомби! Господа, мы должны быть готовы нанести сокрушительный ответный удар. Только так можно пресечь любые попытки агрессии. Господа, по коням. Да здравствует революция! Ваше последнее слово, господин президент. Да, Джек, какие-нибудь пафосные слова ободрения для твоих солдат? Не просите у Бога легкой жизни. Просите, чтобы он сделал вас сильнее.